Хоккеист Петр Девяткин покончил с собой из-за долгов по кредитам. Брат-спортсмен рассказал «Лайфу», что в предсмертной записке он так объяснил причину своего отчаянного поступка. Петр Девяткин долго не мог найти работу, чтобы ему содержать семью. И 10 сентября он повесился на детской площадке в Новосибирске. Петр Девяткин играл за «Московское Динамо», «Славят Юлаев» и другие клубы. Он участвовал в Олимпиаде. Нагана был чемпионом России, в последнее время тренировал детей на Сахалине. У него осталась жена и маленький ребенок.